Сэмми? Помой, пожалуйста, посуду. Да сколько можно? Не минуты покоя. Сэмми, что с тобой? Я уже мыл посуду 3 дня назад. О, и правда. Пойду-ка я сама помою посуду, а ты сделай себе медаль героя. Сью, ну прости меня. Просто тут то одно, то другое. А еще нашему видео кто-то поставил дизлайк. У меня ужасный стресс. Иногда я хочу стать хамелеоном, чтобы уметь сливаться со стенами и прятаться от проблем. Да, Сэмми, тебе явно нужен антистресс, чтобы успокоиться. Говоришь, тебе нравятся хамелеоны? Ну да, а что? Что ж, превратить тебя в хамелеона мне не по силам, а вот сделать игрушку антистресс в виде хамелеона вполне. О, кажется, мои нервы уже начали восстанавливаться. Ребята, привет! Сегодня мы с вами сделаем автоматическую игрушку антистресс с хамелеоном. Многим людям не помешает успокоиться. Да, Сэмми? Это точно. С чего мы начинаем? Я уже давно начала и сейчас вырезаю 4-й трафарет с хамелеоном. Кстати, я покрасила картон в зеленый цвет. 4-й? А зачем нам столько? И когда ты их успела сделать? А вот пока ты сидел в своем телефоне, я сделала эти заготовки. Что думаешь? Отлично! Наверное, их надо склеить. Да, но сначала мы их покрасим и только потом склеим. Чтобы сделать игрушку антистресс, нужно немного понервничать на работе. Вообще-то, я не просто так сидел в телефоне. Серьезно? Я прочитал несколько интересных фактов о хамелеонах. Мы же должны знать, с кем имеем дело. Например, ты знала, что хамелеоны умеют вращать каждым глазом независимо от другого, а еще смотреть в разных направлениях. Так что наш хамелеон сможет одновременно приглядывать и за печенькой, и за флахи. Неплохие познания, Сэмми. А я доклеила первую часть, и теперь нам понадобится скрученная булавка. Ого, Сью, ты так натренировала свои пальцы, что можешь гнуть металл? Нет, зачем рисковать пальцами, если есть пассатижи? Так, а что это за деревянная палочка? Раз ты читал про хамелеонов, то наверняка знаешь, какой у них длинный язык. Хм, ну раз есть язык, значит должны быть и лапы. Кстати, вместе со второй палочкой этот язык образует основной механизм игрушки. Сейчас покажу. Так, ну вот, управляя палочкой в хамелеоне, мы также управляем языком, высовывая его вперед и назад. Нашей ящерице антистрессу срочно нужны лапы. Теория явно пошла тебе на пользу. Первая лапа приклеена. Так, я все доделаю. А я пока приступлю к созданию коробки, на которой будет сидеть наш хамелеон. Итак, ребята, пришло время начать делать наш основной механизм. Что там про основной механизм? Я ничего не пропустил? Вот, теперь хамелеон больше похож на настоящего. О, это волшебная палочка! Боярышник и перо Феникса! Она действительно почти волшебная и сыграет важную роль в нашем механизме. Скоро я покажу, для чего сделала на ней 2 отверстия. А пока приклеим ее к картонной заготовке с 2 отверстиями. Которую я уже сделал. Одно отверстие продольное, а другое круглое. Вот так бы и с посудой, Сэмми. Так, теперь нужно приклеить эти 2 картонные стенки. Мне кажется, или настала пора для магии. Что ж, почему бы и нет? Оп! Отлично! Жаль, что так нельзя с грязной посудой, да, Сэмми? Ну все, все, Сью, я помою. Вот и славно. Приклеиваем эту картонку вплотную к продольному отверстию. Вот еще 4-я стенка. Ты же не забыла? Нет, как раз собираюсь ее приклеить. Кстати, Сью, а ты знала, что существует около 160 видов хамелеонов, и примерно половина из них обитает на Мадагаскаре? Могу представить, как местным насекомым тяжело, ведь на них охотится столько хамелеонов. Итак, наша основа готова. Давай скорее посадим на нее хамелеона, я уже клей нанес ему на лапы. Да, давай, наш хамелеон уже заждался. Кажется, я немного испачкался в клее, я отлучусь на пару минут. Давай, мы уже почти на финишной прямой. Итак, ребята, я сделала двойной рычаг для нашего механизма из палочки для эскимо, круглой картонки и деревянной шпажки. Нужно немного отпилить край у палочки для эскимо и все склеить. Так, а это что за диковинная конструкция? Помнишь, мы сделали кое-что, чтобы хамелеон двигался? Это то же самое. Вот так. То есть нам нужно будет каждый раз залезать внутрь игрушки и нажимать на палочку, чтобы хамелеон высовывал язык? Нет, скоро все увидишь. Не просто так я говорила, что это автоматическая игрушка. Ну вот, рычаг работает. Да, иначе если каждый раз лезть в игрушку, то это уже будет совсем не антистресс. Точно. И спасибо за деталь, которую я сейчас приклеиваю к другому отверстию. Пустяки, только для чего это? Это подставка для добычи хамелеона. Он будет на нее охотиться. И эта деталь тоже для нее?
Верно. Давай вставим ее вот сюда. А вот и добыча. Бедолага. Но это закон природы, ничего не поделаешь. Осталось приклеить небольшой магнит, чтобы механизм работал как часы. Мне уже не терпится посмотреть на эти часы. Вот так будет работать наша игрушка. Хамелеон не догадывается, но рядом есть еще один охотник. О, спасибо, мне как раз нужен циркуль. Вот и нет охотника. А сейчас нам нужно сделать так, чтобы механизм игрушки работал автоматически. Охотник вернулся! А для того, чтобы игрушка была автоматической, нам нужно несколько картонных колесиков. Даже не буду это пробовать. Вот, наш вращающийся механизм почти готов. Это похоже на механизм шарманки. В ней все крутится так же. Да, Сэмми, действительно похоже. Мы будем крутить наших героев вот так. А пока отложим эту заготовку и доработаем вот эту деталь. А для чего она нужна? Эта деталь с обрезанным краем будет крутиться и управлять одной из наших игрушек. То есть нужна еще одна такая же. Я сделаю. Отлично. Только они должны быть одинаковыми. Ну что, ребята, мы почти закончили нашу автоматическую игрушку антистресс. Присоединим вторую деталь, которую сделал Сэм. Одна управляет хамелеоном, другая добычей, да? Да, Сэмми, все верно. Чуть позже подклеим оба колесика, чтобы они были на одном месте и не съезжали. А пока заклеим отверстие еще одной картонной деталью. О, сколько круглых деталей. Главное не запутаться. Да, потому что у нас вращающийся механизм. Без кругов тут никак. Я подготовил для хамелеона глаза. Давай их приклеим поскорее. Это уже последние штрихи. Оп! Кстати, Сью, язык хамелеона высовывается на длину большую, чем длина его тела. Именно поэтому он так ловко ловит свою добычу. Так же и с нашей игрушкой, Сэмми. Интересно, как у хамелеона язык во рту помещается? Он сворачивается в рулончик. Язык хамелеона хватает насекомых за доли секунды. Неудивительно, почему добыча так напугана. А теперь украсим игрушку. Точно! Красота быстро справляется со стрессом. Сэмми, это очень мудрая мысль. Изучая природу, невольно набираешься мудрости. Например, я понял, что время относительно. Вот видишь, ты суетилась, клеила, а я оставался таким же безмятежным. Да, Сэмми, хорошо, что тебя потянуло на философию только сейчас. А то бы ты оставался безмятежным, пока я тут работала. Но я рада, что ты мне помог. Благодаря тебе мы так быстро все закончили. Вот так. Итак, все почти готово. Остался последний штрих. Быстрее, чем язык хамелеонов! Ну что, Сьюзи, запускаем хамелеона? Запускаем! Теперь давай проверим, сработала ли наша игрушка антистресс. Не понимаю, мы же только что ее проверили. Сэм, помой, пожалуйста, посуду. Да, конечно, сейчас помою. Так что все-таки за проверка? Вот и проверили. Больше никакого стресса. Точно! Но чтобы стресс ушел навсегда, ребята, поставьте этому видео лайк. Ребята, спасибо, что посмотрели видео до конца. Попробуйте сделать такую же игрушку сами. Она будет отлично смотреться у вас на столе. И подпишитесь на наш канал. Так у вас не будет стресса от того, что вы пропустили наш новый выпуск. Все, я побежал мыть посуду. Да, действительно чудесная игрушка. Пока-пока.
Thank you.